думаю, что творится. Все колеи залиты водой. Машины несутся, обрызгивают. Такого 1 сентября я точно не помню. Кто помнит, напишите. Но я не помню такого 1 сентября в Латвии. Плюс 8 температура. Холодно. Так, может быть, еще из машины не так страшно выглядит, но на самом деле, вернее, на видео не так страшно. Небольшая пробочка. Здесь спортсмены пробежали. Без всяких зонтиков, без ничего. Так дружненько пробежали. Пробежка. Вот не удалось мне их заснять. Ну, надо же, вот и такие люди не унывают в такую погоду. Бегом, бегом, тренируются. Всем привет из Латвии, из города Риги. Всех с праздником, с Днем Знаний. Сегодня 1 сентября, День Знаний. И, к сожалению, у нас такой день получился нерадостный. Погода нас подвела, как видите, за окном. Идет дождь, уже несколько дней подряд у нас сильные дожди. Резко упала температура, было плюс 30. Стало вот сейчас у меня в машине показывает плюс 9 градусов всего. Ну, какой-то день действительно нерадостный. С утра я еще открыла новости. Первая статья, которая мне попалась, то, что в Латвии в предстоящем отопительном сезоне, скорее всего, не смогут себя обеспечить отоплением детские сады, школы, больницы. Очень безрадужная перспектива. Ну, будем надеяться на лучшее. В любом случае, всех с праздником, с Днем Знаний. Хорошего всем настроения. Покажу сегодня, как прошел день. Я сегодня в Риге. Вот идет дождь. Сейчас мне нужно забежать в магазин. Цены тоже высокие. И, как назло, я не нашла зонтик. Я утром искала зонтик, зонтика нет. Ну, придется ходить вот в такой вот куртке, в таком дождевике. Что делать? Что делать? Занятия в школах проходят под зонтами. Ну, сегодня не занятия, конечно, сегодня праздничный день. Сегодня только классные часы. В основном в школах, конечно, классные часы в этом году прошли в помещениях. Ну что, 2 часа дня. Погода немного наладилась. Дождь прекратился. Температура повысилась. Плюс 10. Ну, такое 1 сентября в Латвии. После 30 градусов жары, когда было невыносимо, просто невыносимо жить. А сейчас вот по расписанию все нормальное, латвийское. Вот такое 1 сентября. Весь народ в торговых центрах. И даже с детками. Детки уже вернулись из школы сегодня, ведь был недолгий день. Только торжественная линейка и классный час. И вот сейчас все пошли за покупками. Видимо, еще... О, мальчик, видите, из школы что-то купил себе в Заре. Девочка тоже. Хотя она, может быть, еще и не школьница. Так, я в Заре. Какие здесь костюмы яркие. Вот подростки тоже, видите, где они? Ой, рыбка, моя любимая рыбка. Да, очень много детей в торговом центре. А я иду в книжный магазин, хочу купить канцелярию. У меня сегодня появилось желание ее приобрести. Что-то новенькое. Какие-то блокнотики, ручки, тетрадочки. Ну и вообще посмотреть, может быть, что-то здесь симпатичное есть.
к новому учебному году. Вот, например, посмотрите. Для деток маленьких ручки, резинки, краски. Ну, сегодня этот магазин очень популярен. Так, посмотрим блокнотики. Мне хочется какой-то такой красивый. О, так. Это книга для... Нет, дневник для учителя. Это что, для учителя здесь все? Сколько они стоят? 15 евро. Угу. Ну, это календарь. Вот они здесь все. По таким большим ценам. Это 14 евро. Так, что здесь? Я люблю вот на таких пружинках. Сколько же такой стоит? Вот, здесь какие-то еще конвертики. Есть закладочки. 18,50. Дневники? Нет, это для учителей. Для учителей какие-то новые. Тоже 15,50. Красивые такие. Как для учеников. Написано сколо сплануто или сколотая. Нет, это для учеников. Сори. Все такое яркое, красочное. Столько детских книг. Ну, цены, конечно. Допустим, вот эту посмотрим, сколько примерно она стоит. 9,33. А вот такая вот маленькая книжечка. А, вот так ее. Такая маленькая книжечка. Стоит 2,67. Так, English. Книжка-сумочка. Еще одна книжка-сумочка. Какая же прелесть. Ой, какие красивые книжки. Ну, не так и дорого. 3,84. Вот с зайчиками, с котиком, с лошадкой. Так, снова тетрадочки, блокнотики. Вот такие я люблю, да? 2,50 такая тетрадочка. На пружинках они вообще-то дорогие. Да. Красивая тоже. Линеечку. 3,60. Боже, какие они все красивые. Это толстая, тяжелая. С цветочками. Это чисто такая желтая бумага, желтая, не белая. Вот такая тоже желтая. Это все из переработанных, из макулатуры. Макулатура. И стоит же денег макулатура 5,90. А хочется беленькую бумагу. Не вижу цены. Не вижу. Может быть, здесь? Нет, не видно. Еще я вот такие люблю. Но они не на пружинках.
тоже бумага. Ну, хотя это достаточно белая. Вот это белая бумага, но толстая тетрадочка. И цена тоже непонятна. Какие же они красивые. Вот это 5,60. 5,60. Вот эти попроще. Не вижу цены. Линеечку. Тоненькие. €29. Без пружинок. Вот с пружинками, но очень толстая. Очень толстая. Так, я тут уже все разворошила. Каких только нет. Но это, наверное, уже для старшеклассников. И это классная, конечно. Это очень классная. Тоже непонятно, какая цена. Так, и здесь еще такие тетради. Ну, простые, так скажем. Янис Розы. Тоже неизвестная цена. Эта цена, наверное, здесь. 99, 1,29 и 1,89. Так, на пружинках я не вижу. Зачем такая большая? Она стоит 6,95. Да, канцелярия стоит сумасшедших денег. А ведь детям хочется всего этого. Все такое красивое. Такими красивыми картиночками. Так, ну вот это самое дешевое. 99. Я уже не снимаю тут все остальное красивое. Мелки, что это? Large Grains, фломастеры, да? 5,60. Это что такое? Тоже, наверное, фломастер такой. Круглые упаковки. Дневники. Да я такой, наверное, себе куплю. И хватит мне. Стоит он 6,90. Такой маленький. В общем, блокнотик я себе не нашла. Мне кажется, надо зайти в магазин Рими или Максиму. Там будет дешевле. Здесь очень дорогие Яни Розы. Ну, очень дорогие.